Этот микрофон получается 2 в 1, поэтому, собственно, я его взял. По звуку он абсолютно нейтральный, то есть он не красит, не добавляет, ничего не убавляет, достаточно прозрачно звучит, поэтому я его взял как один из вариантов, как один из инструментов. Вообще у меня микрофонов много разных, которыми я тоже часто пользуюсь, все зависит от задачи. Вот у меня появился еще один микрофон, еще один инструмент. У хорошего гитариста должно быть много гитар, вот у хорошего сам продюсера и музыкального продюсера должно быть много микрофонов.